Звездонос – это насекомоядное млекопитающее. Семейство кротовых. Встречается только в Канаде и в США. Внешне звездонос отличается от остальных представителей своего рода. Отличается своим необычным носом в виде розетки или звездочки. Оттуда и название – звездонос. По размеру он похож на обычного европейского крота. Длинный хвост – около 8 см. Он покрыт чешуйками и редкими волосами. Звездонос – очень необычное и интересное животное. Когда звездонос ищет пищу, то мясистые лучи на носу постоянно движутся. Когда он ест, лучи стягиваются вместе в компактную кучку. Необычное животное с интересным носом. Когда ест, он передними лапами держит пищу. Когда пьет, он раскрывает свои рыльца с усами и получается очень смешной нос.